Однажды котята отправились в магазин. У них как раз закончился наполнитель для лотков. Бананы, рыба. Зачем столько жрачки покупаем, если едим корм? Ну вот долго еще. Я в туалет хочу. А я, как всегда, есть хочу. Ой, мы забыли поштурм. Мама, тачдаун! Ну ты... Мама, что такое тачдаун? Это ваш папа рэперов наслушался. Не обращайте на него внимания. Сходите лучше за продуктами. Мама дает детям бабки. Клево! Ну все, пошли за продуктами. Но Коржика заинтересовали фигурки из Фортнайта. Ну, а компот просто хотел опять поесть. А у карамельки депрессуха. Коты не взяли продукты, а купили всякую ерунду. Мама нам хвосты оторвет. Ой, да забей ты. Нам дали деньги, мы их тратим. Да когда мы уже поедим? Ты все об одном. Берем, что сказала мамка, и на кассу. На кассе работает кошка-хабалка. Чего вылупились? Товары выкладывайте. Пакет нужен? Ты че орешь? Че тут размяскались? Мелочь пузатая. Сидин, вы че такая злая? Кормы стали меньше платить. Вау, я хочу эти коньки. Ну что ж такое-то, как это отключить? Батя, ты че психуешь?